Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, с вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем. Сегодня нам предстоит немного побегать, как минимум побегать от полиции, потому что мы въезжаем в Лас-Вегас. Итак, использовано повторов 9, средняя скорость 224 км, 149-я позиция, 630 км пройдено, 4052 осталось. Обогнать 10 соперников. Нафиг. Ты мне не интересен, чувак. Ты мне, в принципе, тоже не интересен. Нафиг, 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 нафиг. Да ты едешь фактически за мной. Потерял визуальный контакт. Контакт восстановлен, вижу его. Оп, еще одного остановили. Чем мне нравится этот момент? Полицейские довольно неплохо останавливают чужие машины. Заграждение готово, информация на экране. Я вот сейчас не понял, что это вообще было. Нет, серьезно. Я как-то заплутал в дороге. Ладно. Все нормально. Мы пока ускоряемся. А во что я врезался тогда? Вот мне поворот всегда не нравился, ну да ладно. Пятое место, пятое место. Попробуем. Вот и пятое место. Что, так намного лучше, я думаю. На! Так, информация на экране, заграждение готово, значит, надо спокойно по центру проходить. Итак, седьмое место, отлично. Цель на подходе. Нахрен пошел. Машина распадается, берегите обломков, это он хорошо сказал, ну да ладно. В общем, здесь полицейский, как вы видите, всех обгоняет, ну какого ж хрена я не первый. Черт. Вот это называется черт, облом, чертовщина, невезение. Я лоханулся. Такое бывает. Часто. Со мной. Да. Наверное, это моя кара. Да. Так и есть. Скорее всего. Впрочем, я эту миссию проходил, так что, в принципе, есть вероятность, что я ее пройду и в этот раз. Да. Такая вероятность определенно есть. Ну что ж. В принципе, гоним опять. Точно так же. Аккуратненько толкаем одного, догоняем аккуратненько второго, едем аккуратненько опять же за ним. Бам. Кажется, свернул. Что мне на основной дороге-то делать, идиот? Так, впереди меня два гонщика. Мне надо их, в принципе, в идеале обогнать. Быш! Свободные машины, готовьтесь к заграждению. Я не ожидал, что он меня толкнет. После этого машина меня перестала слушаться. Да ладно, на самом деле во всем косяки мои, так что, в принципе, я могу даже не париться. Так. Свободные машины, готовьтесь перекрывать дорогу. Так, вот здесь главное особо не разгоняться. Черт, рано! Дебил! Дебил! Идиот! Дезертирка! Идиот! За что ты так себя не любишь? Почему ты так рано тормозить начал? Все нормально. Все хорошо. Все просто великолепно. И я сейчас продолжу. Ну ладно, кого я обманываю? Все хреновое. Все очень хреновое. Если на самом деле это все нормально. Ладно. Все, я думаю, вы уже
надоело вам смотреть на одну и ту же серию. Внимание, засек уличную гонку, высылаем координаты. Ой, подфриз какой-то был. Не люблю подфризы. Ну ладно. Неплохо я его долбанул, скажу. Ну да ладно, не в этом суть. Суть в том, то, чтобы вот тут вот не лохануться. То есть не делать то, что сделал я. Приближается к вам. Подтверждаю, что указание. Ты шабашел, куда я еще денусь-то? Он вошел в прикрытие, за ним скорее! Так, отлично. Маневр, конечно же, ничего не дал, ты остановил соперника, а не меня. Ух, как хорошо увернулся-то. Мы его остановим, передаю координаты следующего. Так, где-то здесь меня должны были сильно долбануть. Готовы перекрыть дорогу. Вот где-то здесь. О, это что было? Что? Как я прошел через машины? Что это было? Зачем? Почему? Почему со мной это произошло? Так, идем. Твою мать. В итоге эффект получился полностью противоположный, в отличие от того, которого я думал. Да хрен тебе, в руках я у него. Придурок. На, взад опять тебе. Так, главное сейчас просто успеть. И мы успеваем. Упс. Прошу простить. У меня небольшой глюк произошел, пришлось переначать чуть-чуть запись. Но, в общем, суть в том, что мы прошли. Это круто. Это всегда круто. Так, ладно. Следующая миссия. Миссия. Норчер Роуд. Лас-Вегас. 221 километр средняя скорость. 622 пройдено. По сути, мы даже километры в этой трассе не прошли. Ну, по сути, да, мы прошли вперед, вернулись назад. Трасса такая специфическая использована. Continue 10, осталось 4.50. Цель все еще движется, нужно срочно перекрыть район. Да, вот. Эта миссия мне нравится. На-на. На и тебе тоже. Вот понял, занял положение. Вижу ход 6. Топ-3, продолжаем погоню. Конечно, продолжаем, давайте. Интересно, что вы со мной будете делать. Итак, едем дальше. Воу, это было круто. Вот этого я не ожидал, конечно. Итак, финиш. Вообще, на самом деле, я там бы легко проехал. То есть, вперед. И, в принципе, все. Так, нет, стоп. А, ну да, все правильно. Туплю. Я думаю, какого хрена я задержан. Как я еще раз повторюсь, на самом деле, здесь я, в принципе, прошел. Итак. Пытаемся сбежать. Не все получается, но мы пытаемся. Бежим, ребята, просто бежим. Бежим, бежим от копов, бежим, 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 бежим. Игрик. Окей. Продолжаем бежать от копов. Просто бежать, не останавливаясь ни на секунду. Просто бежим, 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 еще раз бежим. И коп нас почти догоняет, но мы вовремя запрыгиваем на эту хренотень. Но ни хрена не успеваем сделать это до конца, и поэтому просто долбаем его ногой в морду. Не получается, окей, я задержан. Черт.
Ну, сейчас я его точно долбану ногой в морду, поэтому все круто. Все, все хорошо. Хыдыщ. Хыдыщ. Быдыщ. Фу, спаслись, как хорошо. Твою мать! Раз, два, три. Фух, успели, выжили. Слава тебе, Господи. Твою ж мать! Твою ж мать! Твою ж мать! Твою ж мать! Просто беги, мужик! Вот, собственно, такими катстенками мне она в том числе нравится. Потому что это прикольно, это круто, это всегда весело, когда вы в фильме и когда вы участвуете сами в нем. Мы таки сбежали, нам дали 500 очков, все это хорошо и круто. Превосходно. Повторов аж целых 6. Круто. Ну, собственно, вам, мои дорогие друзья, я хочу сказать одно, что мы должны победить. Мы должны занять первое место, чтобы того не стоило. У нас выбора просто нету. Итак, наш выбор, на самом деле, у нас есть несколько машин. Aston Martin, на котором ездить чертовски местами сложно. Это... Lamborghini, на котором тоже чертовски сложно ездить, и, в принципе, довольно неплохой Porsche. Поэтому мы берем его. Он более поворотливый, хотя на трассах а-ля пустыня, конечно, Porsche будет не очень крут. Итак, этап 3 завершен. Долина смерти закрыта. Да, я знаю, что я первый в рейтинге, потому что у меня здесь нету их. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, я, Дезертир. Да, серенькая, коротенькая, маленькая, невообразимая серия, но какая есть, ребят, честно. В общем, спасибо, всем удачи, пока-пока.